Инвестиции разные важны, инвестиции разные нужны, в том числе и так называемые зеленые инвестиции в рамках Киотского протокола. В нашем регионе разработано 85 профильных проектов на сумму более 200 миллионов гривен, в том числе два десятка программ по утеплению зданий бюджетной сферы. Они уже прошли согласование, возможно, уже осенью в сельских школах появятся новые окна и двери. Проекты предусматривают замена окон и дверей, утепление здания и установка тепловых насосов. На сегодняшний день 23 проекта на сумму 51 миллион прошли экспертизу в японском правительстве и прошли экспертизу у нас. И мы ждем первый транш на 50 миллионов 250 тысяч с освоением их до 25 октября.